ушла? Серьезно? Кто ушел? Слушай, может, ты ее не любил? Может, ты это подарки дорогие не покупал? Кому? Кому? Да, у него правая ушла от него, или левая, я Так, ну что, погнали? Погнали. Все? Да. Дальше починишь. Отпреди. Сейчас я в портал еще не зашла, всех. Да, херел! Полудурок. У меня звук на телефоне работал, возможно, как-то он слышно было, я уж не знаю. Забыла вырубить. Все. Вырубила. Да, у Юра правая вошла или левая, я так и не понял. Ой, я не туда вошла, не в тот портал. Я заблудилась, только портал поставил. Я не знаю, она походу спалилась, что он ей изменяет, и все. Чемодан, вокзал. К любовнику. К любовнику. Блин. Ух, у меня дыхание спирает. Вот рожач. Подожди, у тебя истерика? Ужасная истерика. Вы слышите? От него правую ушла и ушла к любовнику, к Диме. О, господи, у меня голова закружилась. Успокойся. Не-не, это жестоко. Это максимально жестоко. Я бы этого не понял. Ладно, любовница. Любовница. К тебе. Вот мне больше интересно, перебор с любовником или то, что любовник Дима. Да блин, а что такой туман розовый? И у меня что такое розовое? Я тоже? Так я тебе говорю, а, да, у меня, кстати, тоже, да. В чем дело? Ну, вижу дракона. О, дракоша стоял. Ну-ка, иди сюда. Я его плохо вижу. Правда? Это очень странно. Сейчас, погоди. Сейчас я по нему попаду. Да, нет? Ну да, я же должен попасть по нему. Ну как так-то? Я сказал, что я попаду. Нет, тварь. Есть, ты PS4, пиши руки, Юрий. Я, подожди. Ставлю на... Хотя не оставлю... Да не, ставлю на огненные. Там же дракоши будут. Они нам пихают, за нечего делать. Дракоши. Дракоши, да. Ой, морозил купить? А ты морозил купил? Сейчас выпью. А, я падаю. Да почему я падаю-то? Не стоит. О! Жесть какая-то. Скатываешься, как этот. Колобок. Красавчик. Я знаю. Любовник Димы. Любовник Димы. С любовником перебор. Долететь нет. О, вот, дракон. Ну вот. Упал. Просто перебор с любовником. А, то есть, если к Диме ушло, это нормально, да? Я понял. Любовник Димы. Ё-моё. Ой-ой. Ой-ой-ой. Я не добегу, да? Я не добегу. Да. Я до камня, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ой, наивный. Кто я? Кто наивный? Ты наивный. Я наивный. Подожди, я всё. Я своего всегда добиваюсь. Ты прикалываешь, что ли? Я всегда своего добиваюсь. Это жесть какая-то. Я чувствую себя опущенцем. Дима и Джаз. Да тебе не надо. У меня есть это чувство. Мне больше никто не стоит. Ой, господи. О. Приходи, ой, так. О, тут волки, Джаз. Мы же ночью приперлись. Ага. Джаз, живи. Ты живешь? Да. Ко мне, веди, ко мне, веди. Подходи ко мне. Кто помер? Уходи ко мне. Тебе? Да. Мы как обычно ночью поперлись, когда сами эти. Ну, а что-то... быть, да? У меня ХП сожрали. Блин, будет долго устанавливаться. Печальчика. Mm-hmm. А что-то резко выбежали волки-то, я ж не ожидала. Я пока взяла. Mm-hmm. О, там дракон? А нет, там не дракон, там этот. Блин, Джаст, он вылез. Кто? Да этот олень. Морозный. Он тоже олень. Олень морозный? Ну и этот, как его? Да хрен с ним, пускай воюют, нам пещерку надо найти. А он будет воевать с ним? Да, пускай воюют там. Нам пещерку надо найти. Эй, твой Джаст! Идет к тебе! О, Елдрян. Елдрян. О! Ой, я упал. Я за тобой. Я пещера, что у меня фиолетово, чем он там занимается. Там двое, там двое вылезло прям, и по-моему они за нами прутся. Да, блин, он за нами прется! Кошмар! Да! Честь какая! Смотри! Как бы кто-нибудь пришел. Еще они двое прям за нами идут. А пещера есть? Может, дальше пойдем, Джаст? Давай. Че мы их это? Ну да. Вдвоем без... О, ушли. Да? О, пещера! Где? Срочно, пещера. Да вроде не вялый, да как ты это понял? Где моя белая рыба? Где пещера? Ау. Не поняла, ты где? На камень забирайся. Ау. Я твой ник не вижу просто, не понимаю, где ты. Я понял, да.
Брат. Погнали. Ой, это, наверное, вообще сейчас будет. А там по стелсу мы, да? О, тут волки будут. Да, это вот эти тут вот. Тут нужна. Тут волки будут, тут надо аккуратно. Да, как мы в прошлый раз. Так. Как мы их по-тихому убирали, да? Так, что? Древние наскальные рисунки. Так, тут ничего. Ай, летучая мышка. А чё это налетели-то, козлы? Летучие мыши. Офигеть. Да, что их знает. Кто-то нас видит. И кто-то ходит. Что такое? Куда пойдем? Направо, налево? Направо? Я уже сюда пошел. Пойдем направо. Джаста, лишь бы пещерки. Ну не палите, ну что же вы так наглую это делаете? О, здесь проход. А мы не вниз. А мы не будем по-тихому идти? А. По стелсу. Блин, ну как бы да, в теории. Так, мы прошлый раз сделаем. Тут какая-то мохнатая хрень летает, я не пойму. Летучие мыши. А-а. Ну, похоже на них, по крайней мере. О, тихо. Кто-то есть? Не понял. А это что за склон? А, дверцы. А, кстати, а в прошлой пещере не было летучих мышей, когда мы были? А вы кто меня видит, я не понял. Чёрный волк. Понял. Понял. Где этот рейд? Отходим. Да ты просто псих. Да ну, я че, я так... А, там двое, Джаст. Чё за летучие мыши-то? Собаки летят и летят. Сейчас живи. Слушай, а вот эти уже не спят. Где? Эти уже не спят ни хрена. Прошлые пещерки, мы так по-тихому их вынесли, да? Ага. Мы немножко сейчас чатик не успеваем читать. Что происходит? Ох ты! Это было неожиданно. О! Это улов какой-то. Ты живой? Да. Они прям выбежали. Это какая-то сложенькая пещерка. Да нормально, я 100 раз так делал. Он прям выскочил тебя, да? Убежал на тебя? Да блин. Блин, как же сложно. Да. Сзади! О! Культист, блин. А чё они вдруг приходят-то? Чё? Новый чертёж какой-то у меня появился. Инвентарь полон. А чё взяли-то мы? Не знаю, чё-то взяли. У меня есть место. Ну это камень. И чё такое? У меня места нету. Я взяла. Вот ещё здесь коготь. Пожалуй, надо одеть шлем. Серьезно? Да. Серьезно? Ну-ка, да. Ты что-то добрал, да? Твоя туча была довольна. Я думаю, что она последние дни не тащит. Короче, уже поставился тут и нет... Тут и большой ходит, как будто. Поставился уже и нет смысла, они набегают здесь, да? Да не факт. Но они как-то сразу нападают, и все. Стоп, почему огонь появился? Внезапно. У нас день остал. О, нихрена себе здоровый лагерь. Да. Ух ты. Это что такое? У тебя точно там место есть? Есть. Это какой-то алтарь. Да. Прикольненько. Шерсть. Куча мяса. Потроха. Так, вроде здесь все, да? Так, я камень выкину, потому что камень занимает место, а камень нам нахрен не нужен. Нам нужны новые материалы. Ну, там да, кто-то идет. Да, что, сейчас атака будет. Я таймик хотел понять. А, надо было подождать перед Зине. Да, ну я таймик хотел понять, как работает. Я поняла, все. Как отрабатывает на броню. Он просто стукнул, и смотрю, хпшка пошла. Или отгадыватели одни, а? Отгадали все? Красавцы. Да. Там, смотри, лут монеты, обломки костей, монеты. Что там, сколько места свободного? А кстати, здесь мразилку не надо пить? Потроха. Прикольно, так видишь, не надо. Это вот так? Так. О, тут еще. Обломки костей. Куча мяса, обломки костей. Что-то дофигища тут. Ресурсов-то. А вот это мне места не хватает. Я не могу рубин забрать. А выкинуть что мне? Может, кожаные обрывки выкинуть? Сейчас, погоди. Но у меня тоже есть... А, погоди. Шкура оленя есть, а кожаные обрывки, давай мне их. Давай. На. Нам, знаешь, что надо провести инвентаризацию? У меня есть шкура волка, голова волка, кожаные обрывки, кристалл, волчатина, оленина, шкура оленя,
Ягоды, черника, шерсть феникса. У меня есть одна штука, хочешь мне давай? Давай. Чего? Шерсть у меня есть. Меня даю. Тебе дать? Хорошо. Да. А у меня красный джут, кости, трофей, потроха, обсидиан. Как я это нажал? Что я за кнопку сейчас нажал? А что ты взял? Коготь Фенриса, бабосики, обсидиан я взяла еще. Угу. Обсидиан можешь мне скинуть. Обсидиан. У меня весь много свободного. На. Угу. Рубин и волчица. Волчица? Что за волчица? Ну, волчатина. Ну, мясо. Блин, я тебе говорил, да? Давай, что там? Там вот еще остался. А, вот, да. Так, коготь, коготь. Здесь, кстати, пропустить легко можно. Я фоном, а не ушел. Давай, Юр. Ты там не... А, подожди, во. Давай, Юр, поняла. А он так можно было, что ли? О, блин, точно? О, блин. Шерсть. А вот тут шерсть странно мне показывает. Шерсть? Ну, не могу взять. Хм. Ну, ладно. Где? Вот тут он мне какой-то показывает шерсть. Ну, не могу взять, может, она просто так висит? Может быть, ладно, фиксим. А, уголь? Ох, это такая пещерочка не слабенькая. На. Там кто-то бегает. Так, погоди, тут дырень. Ты смотри, нельзя падать. А как мы сюда? А что там внизу? У меня очень много вопросов, как мы сюда вообще попали? Не помню. Так, вот это выход, да? Наверное. Да. Я заблудился. А мы круг сделали, что ли? Не знаю, вопросов нет вопросов. Да, мы круг сделали. Там перекресток был. Сейчас куда? Еще дверь вижу. А, я упала! О! Да ну, ну. Здесь лестница, жаст, это лестница. А, пойдем. Капец. Я немножко промахнулась прыжком. Это, короче, лестница вниз. Пойдем. Жесть. Очень не испугалась. Враг, да, видимо? Пока тишина. Закроем дверь пока, пожалуй. Я закрыла дверь пока. Что-то нет у меня. Ну-ка, тут что? Потроха. Взяла потроха. Обломки костей. Так, я все тут позабирала. Ага. У меня самина. Или правая ушла? 8. Блин, это тряпка, из-за тряпки ничего не видно. Вот тут еще что-то. Так, эта херня, по-моему, бьется. Да? Или нет? Нет. Нет. А тупик, да? Угу. Стоп. Серебряное колье? Блин, инвентарь полон. А что мне выкинуть-то? Выкидывать-то же не знаю. У тебя есть место? Погоди, да? Взял. А-а-а. А вот это, там мясо ты оставила. Все взяла. Проха. Да. Плохо видно, не пользуюсь светом сейчас. Ну что, нам на лестнице получается. А мы все смотрели, да? Угу. Там внизу что-то есть, и мне кажется, там будет что-то самое страшное, нет? Блин, там здоровая пещера, на самом деле. Ого. Реально здоровая. Смотри, не упади. Сказал я, чуть сам не упал. Так. Так, и... А как мы назад заберемся? Там лестница. Назад также, давай. Есть, пойдем назад. Вот, и здесь, вот, здесь спускаемся. Вот тут? Ага. Тут. Чумить, конечно. О, камень, наконец-то. Какой камень? Что за камень? Потонуло. Что за камень? Это бедра... А, бедра каниха? Ой, она не так уж далеко. Да? Да, смотри, ты любишь глубинки и пещерки, да, я люблю их исследовать. А мне показала на карте. Сейчас я подойду. О, матерь. Нифига себе, не особо далеко, она в другой стороне. Мне показал. Да, на лодку села, топнул. Только если на лодку. Да, сейчас забираем древесину, забираем этот портал и пойдем туда и делаем там портал. Да? Ну, прям босс, что, прям на босса. Мы назовем ее прям мать. А, нет, подохнем, ладно. Ну ладно, погнали, попробуем. Ой, что случилось? А мы точно все осмотрели? У нас не было еще там налево сходить? Мы вроде бы там направо пошли, когда зашли. Погоди, я правильно сейчас услышал? Ты мне предложил сходить налево? Джаз, не о том. А, блин. Да, не о том. Ты что такое? У меня стамина заканчивается. У меня такая херня. И долго восстанавливается. А шампанское? Вот мы вернух. Что такое? Ты что такой жестокий, а? Вернух огурцов, жесть, ну там дупло уже, там не дупло, там дупло. Жесть какая.
Прям у меня такое ощущение, что мы здесь не были. Скорее всего, мне кажется, мы не все смотрели. Даже вот тут мы были. Да, были здесь дверь. Да. Вот тут мы были, а с другой стороны мы были? Да. А, это все? Да. А? Так, это ёперс, это Юля. Вы что там устроили? Хорош. А ты морозильный выпил? Нет. Пей. Хорошо напомнил, да? Да, спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. Нет желания пойти кому-нибудь напихать? О, слушай, обсидиан. Надо валить. Напихать? Обсидиан или отсюда? Нет, обсидиан. Обсидиан у меня был, кстати. Так что да, мы там понаходили, да, ё-моё. Ты это гонишь, что ли? Ю-ху! А, это камень? А, блин, это камень. Я с таким опором камень валила. Блин, это а у меня, честно, место-то ку-ку уже. Ну, пойдём посмотрим, что здесь карточку откроем чутка. Ну, пока давай. Еще не стемнело. Обсидиана давай, наверное, поищем. У тебя место на обсидиан еще есть по весу? Ну, там труп лаков. Вы слышали ужасное желание? Какое желание? Какое желание? Я тоже что-то... А, налево, что ли? Нельзя налево. Ну, кто сказал? Прийти к нему и напихать. О-о-о. А у меня, смотрю, тайные поклонники появились, желающие напихать и найти причину для этого. Ну да, чё? У меня всего 1000 подписчиков, а уже такие желания, но вы даете. Желание прям рукой прийти к нему и напихать. Жёстко. Так. А там нам уже сюрприз, там нам ГГ. Там? Почему? Блин, железа. Почему? А кто там? Кто там? Блин, железа. А чё там? Там эти, гоблины, големы эти. А они не ушли уже, просто день настал, вдруг свалили. Я их слышу по звукам. Да? Големы? Угу. Отказывают гулять тут. Твоя, ищи, что захотели, да? Да не говори, охеревшие вообще. Ага. Мне написали, что что-то можно съесть кусочек. Наверное, надо съесть, раз говорят. Покушать. А что у тебя... Что с твоей жизнью? Что с моей жизнью? Почему у тебя стамина упала? Тут обсидиан, Джаст. Джаст? Да? Да, вот кусочек обсидиана. Спасибо. Да, я же это, поесть забыл, у меня еда закончилась, хпшки упали. А я думаю, что ну, так да. Резко мало стало. Сглазили.